Марти! Ненормально вообще. Наблюдали за закатом, да? Да. Господи, вы такие уже подросли. Господи, если бы я такого увидела в комнате. Головой пробьем дверь и выбежим. У Марти игрушечный сегодня. Ну что, ребят, всем доброе утро. Сейчас у нас время почти 12. Стас рано утром уехал на тренировку. Я успела поработать. Ну, я имею в виду смонтировать видео. Сегодня по работе я не работала. Вчера мы вечером ходили на вечернюю прогулку. Телефон с собой не брала, потому что все село. Но такой закат был просто нереально красивый. Жаль, не засняла. Стас мне чуть-чуть сорвал сирень, потому что она уже начала отцветать. И куст, который возле нашего дома, он уже весь отцвел. И вот нашли недалеко от озера. Такая интересная какая-то сирень. Она какая-то очень мелкая. Какая-то необычная. Вот, Стас сказал, что котики будут грызть ее. Ну, естественно, да. Багирочка, я с утра проснулась от того, что я слышу какой-то странный звук. Багир ест мою сирень. Так, надо догреть кофе. Вообще у меня по плану, так как Стас скоро... Ну, не так прям скоро. Он сказал, что после тренировки он заедет еще в Лера Мерлен. Там надо докупить кое-что. А я хочу приготовить блины. У нас там уже молоко заканчивается, подходит, так скажем. Вот это молоко, оно очень быстро портится. Солнышко, не надо сюда залезать. Хочу приготовить чуть побольше. Ну, на самом деле, я привыкла готовить на двух сковородках сразу. Если, наверное, прям так много не получится, я просто хотела еще угостить семью Стаса тоже зайду. Может быть, вместе зайдем блинчиками. Так, что за драки? Так, ребята, не драться. Марти! Ты что, Багиру обижаешь-то? Ненормально вообще. Я все хочу сказать, пацаны. Багиру нельзя обижать. Ты что, Марти? Да. Я поняла, что у меня нету венчика. Вилка сбивать неудобно, поэтому я достала свой агрегат. Так, ну что, блинчики я напекла. Сейчас беру тарелочку от бабушки. Угощу ее. Все, сделала что-то типа, ну не варенье, просто с малиной, с сахаром. И чуть-чуть еще лимонного сока брызнула. Банку я не прокипятила, просто кипятком ошпарила. Все, закрываю, и можно будет ее употреблять. Уже приехал, мы позавтракали, ну или это уже был обед, потому что как бы сейчас уже 3 часа дня. Все, я переоделась. И сейчас мы идем делать окна. Так, надо взять зарядку, наушники и мой недопитый кофеечек.
никого. Что, мне его можно выпускать? Давай, пожалуйста. Марчуш, ты тут 5 минут погуляешь, потом домой, а мы пойдем на велик кататься. То завтра дождь обещают. Кот на измене, по-моему. И не пугай его, он же... О, ты... Сейчас... Ладно, я погуляла. Ну все. В смысле? Кот, ты же хотел. Дома тоже неплохо. Да, да. До свидания. До свидания. Ну что, как такие? На горке записывать видео — это не очень. Говорят, слева хорошие места. По-моему, здесь где-то. Нет? Наблюдали за закатом, да? Да. Угу. Отличное место. Ой, по-моему, оно занято. Отлично. Все теперь знают это место. Она такая сидит, чтобы дети далеко не уплыли. Угу. Утята подросли. Так, интересно, вот если приближается опасность в виде человека, топ-топ-топ, то что будет происходить? Господи, вы такие уже подросли, я не могу. Так, мамочка. Но они такие как бы маленькие, в то же время такие, знаешь, подросточки. На всякий случай она приблизилась своим деткам, конфеткам. Ты кто? Господи, если бы я такого увидела в комнате, ты представляешь, сколько было бы криков. Да что ты ко мне ползешь? Не надо ко мне ползти. Хозяин! Как ты вообще его заметил? Ну я это видел, что так смешно ползет такая штука. Мне кажется, он с Таиланда приполз. Он так быстро ползет. Йо, он такой, так вообще просто. Ты куда его хочешь? Вон, давай кулитки его. Сейчас, ну. А вдруг он улитку сожрет? Ой, а вдруг он сейчас упадет и все. Что он? Ай, ай, комар, комар. Сейчас, подождите, я буду. Все? Все? Я его кинул в воду. А вдруг он не водный? Вот это будет вообще печально. Ну вообще, проверь, он там как вообще, жив? Да, он уже уплыл. Да? Ну все, отлично. Да, все нормально. Я пытаюсь закрыть дверь. Все. Человек-мороженка. Где самый шустрый кот? Привет, Нарти. Просто траву захотел сюда есть. Правильно. Дома безопаснее. Может... Это и все? Марти, я просто пакетик пошла. Пойдем вместе. Пойдем. Мартюх. Котечка, пойдем. Причем самое интересное, когда дверь закрыта, он прям рвется первее всех. Когда дверь открыли, как маленькие дети, сразу такой типа, что-то ей не хочется никуда выходить. То есть, когда можно, нам страшно, когда нельзя, мы это, головой пробьем дверь и выбежим. Ну давай. Давай, кс-кс-кс. Багира даже не выходит. Понятно.
Котя, как у тебя дела? Делает вид, что ему не нравится. Смотри, я убрал руку. Сейчас он заснет, мне кажется. Лапа, смотри, просто. Ну что, он заднюю тоже тут. А если ты перестанешь? Мяг? Угу. Мяг? Мих, мих. Ну, это ребеночек. Ну что, Мартюш, тебе тут нравится? Скоро приедут сосисончики. Ну как, в смысле, как? Ну, здесь как без сосисончиков. Мяу. Какой-то Марти игрушечный сегодня. Ты ко мне пришел? Почему?